2012 году Соня Барьякторович вместе с подругой по сборной Черногории Аней Джокич прибыла на Донские берега. Вскоре Соня громко заявила о себе на всю гандбольную планету, завоевав звание чемпионки Европы. Причем именно вратарь Ростов-Дона была признана лучшим игроком финального матча. В поединке против могучей норвежской сборной Соня творила настоящие спортивные чудеса, доводя болельщиков до состояния исступления своей бесподобной игрой. Но и в рядах нового клуба Барьякторович действовала превосходно. Не случайно уже по итогам своего первого сезона в Ростове она вместе с Галиной Габисовой была признана самым ценным игроком команды. Всего же за 3 года нахождения в Ростове Соня собрала полную коллекцию наград. 2 Кубка России, бронзовые, серебряные и, наконец, золотые медали национального чемпионата. Мы не говорим Соне, так полюбившейся поклонникам нашей команды, прощай. Мы еще обязательно встретимся. Я полюбила Ростов, полюбила команду, более чем потому, что, как сказать, я себя чувствовала как дома. Это спасибо вам, спасибо команде, спасибо девочкам, что на меня смотрели как на игрока из России. Так, да, тяжело, что уезжаем, честно, тяжело. И сейчас, когда и понимаем хорошо, что говорите, и, не знаю, так дружбу хорошо сделала с подружками из команды. Не знаю, так люди мне нравятся. Когда пришла, и так было так все чудно, странно, потому что чуть-чуть холоднее, но увидела, что это просто на первый шаг так. А сад, каждый шаг был пун любови. Спасибо огромное за все. Спасибо, что так, когда на площадку выезжаю, что видно, что вы меня любите. Я надеюсь, что я тоже показала вам, что я вас очень сильно люблю. Желаю вам удачи на следующий сезон. Желаю вам здоровья и счастливой жизни. Тогда меня тоже очень тяжело, что уезжаю, но это так, я думаю, читаю, что это спорт. Так, нормально, но никогда не знаете, может, я приду обратно в Ростов. Не говорите мне прощай, я помню, как мы повстречались. Я целый день провел в печали, и вечер предвещал тоску. Не говорите мне прощай, я помню, как нашел случайно глаза, которые печально искали летом на снегу. Не говорите мне прощай, не говорите. В глаза еще раз откровенно посмотрите. Согрейте сердце, не прошу вас, трудный час. Не представляю, как я буду жить без вас. Моя судьба сейчас на волоске, я замок свой построю на песке. Не говорите мне прощай, я не хочу расстаться с вами. Я не хочу играть словами, и вы поверьте мне сейчас. Не говорите мне прощай, скажите только, что согласны. Сказать одно лишь слово здравствуй, ведь это мой последний шанс. Не говорите мне прощай, не говорите.